Так, меняем тему. Значит, когда-то, это примерно 16 лет назад, было примерно, я сделал эту фотографию. Я пытался понять, когда я подхожу к такому дереву, думаю, ну почему одна ветка здоровая, вторая была тоже здоровая, потом бах, и погибла. Ну, я бы мог, или мой брат, он немножко побольше разбирается, он бы мог десяток этих каналов разместить, прикинуться шлангами, или как говорят это самое. Вот что с нашей случилось, с нашей эти самые, с моей сливой, и получил бы порядка 30-40 разных советов. Большинство из них прыскать, 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 прыскать. Вот, естественно, что, как я понимаю, в здоровом ветке это прыскание нахрен не надо. В мертвой ветке тоже не надо, но команда была бы. И вот тогда впервые я железом произнес это слово сам себе. Почка почки рознь. Каждая почка обладает индивидуальными характеристиками, в том числе морозостойкостью. Вот и все. Видите, как просто. Потом была теория, которую я назвал селекционное клонирование. Это не Нобелевская премия еще. Нобелевская премия это самое, наслоение ментора. Это чуть ниже. А это тянет тут прямо на государственную премию, потому что ты можешь тут же двинуть все эти селекционные дела во всех институтах сразу. Но для этого нужно к ней ближе познакомиться. Итак, почка почки рознь. Почему напомнил? А вдруг? А, Турсун Полодускобилов, мой старинный друг, который уже, наверное, лет 30 курирует мой сад, а сейчас уже пенсионер глубокий, глубокий, Константинович, завтра, то есть завтра это будет 29-го, я привожу к вам ученого из Киргизстана. Ну, думаю, даже нашим ученым я нахрен не нужен. Вот, и мои эти же самые клоны, сортообразцы, формы не нужны, а ученым из Киргизии нужно. Я схватился за голову. Ты меня подставляешь, Турсун, у меня же сейчас ни одного абрикоса, все уже ушло. Я бы угостил плодами размером с кулак. То что ж это самое? Елки-палки. Плоды в этом году мелкие. Вчерашние они так пересели, вся прошлогоднюю засуху. Ну уж как-нибудь отобьюсь. Вот. Как-то не хочется. Я же представляю Сибирь, не сам себя. Все. Я уже вышел из этого, штанишек коротких. Теперь он будет смотреть на меня, как на представителя сибирского садоводства. Вот. Как мне опозориться? Ну вот это вот, еще раз говорю, я просто закидываю это. Хотите? Да, теория есть, материалы есть, все есть, изучайте. Быстро двинем, быстро, быстро, быстро.